Есть такая профессия – букву закона защищать. Наш следующий репортаж повествует об истории, в которой справедливость восторжествовала именно благодаря стараниям сотрудников Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесии. Ахмат Халкевич продолжит. История жительницы республиканской столицы Лейли Магияевой в определенной степени типична, и таких примеров немало. Девушка попала в ДТП, и ей был причинен весьма весомый материальный и моральный ущерб. Суд хоть и обязал виновника аварии возместить потерпевшие все затраты и выплатить компенсацию за ее страдания, но исполнять решение суда он не спешил. Виновник ДТП, имея возможность выплатить единовременно и в полном объеме всю сумму возмещения материального и морального ущерба, начал всячески уклоняться. Сменил место работы, перестал пополнять банковские счета. В отношении должника был применен комплекс мер, направленный на понуждение должника на исполнение своих обязательств. Он был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации. Было также обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на счету должника. Также было установлено, что он трудоустроен. Было обращено взыскание и на его заработную плату. Далее при проверке имущественного положения должника был обнаружен земельный участок, принадлежащий на праве собственности должнику. Значит, на это имущество было вынесено постановление о запрете совершения действий по регистрации. Дела, в которых имеются обязательства по возмещению материального ущерба или морального вреда, причиненных преступлением, относятся к категории особо сложных производств, продолжает судебный пристав исполнитель Шамиль Кокупшев. Сложности в большинстве из них неизбежны. Но задача судебного пристава исполнителя как раз и заключается в том, чтобы, несмотря на все ухищрения уклонистов, довести решение суда до исполнения. И в этой истории, благодаря исчерпывающим и целенаправленным действиям Шамиля Кокупшева, вся взыскиваемая сумма была зачислена на счет потерпевшей единовременно и в полном объеме. Я хочу поблагодарить сотрудников управления за оперативное исполнение своих обязанностей и хорошее отношение к людям. Федеральная служба судебных приставов. Это наименование, впрочем, как и многих других силовых структур, вызывает отнюдь нерадостные ассоциации у тех, кто не хочет жить по закону, а тем более и по совести. Тем не менее, в задачах органа нет цели карать нарушителей закона. Как всем известно, даже из школьного курса по обществознанию, права и свободы одного человека не должны их ущемлять у другого. Деятельность службы направлена исключительно на исполнение воли буквы закона, дабы ни у кого не возникло соблазна уйти от ответственности. Ахмат Халкевичев, Ислам Урумов, Вести Карачаево, Черкесия.